Возьми малость фасоли. Сегодня она не заметит. Бедная!
будете с тебя покорить и кровь выжимать. И с улыбочкой смотреть, как ты подыхаешь. Я отложу его, проклятое ведро. Пришла вся их родня. Только с ее стороны. Его родичи ненавидят Берна. Да и пришли, посмотрели на покойника и с плеч домой. Стульев-то хватит. За глаза. А нет-то пусть на пол садятся. С тех пор, как умер отец Бернарды, она не хочет, чтобы люди видели, какие здесь порядки. Будьте добро. Да ведь с тобой-то она хорошо обходится. Тридцать лет я стираю ее кровь. 30 лет ем ее объедки. Ночью не сплю, когда ей не можется. За соседями через щепку подглядываю, обо всем ей докладываю. Одной жизнью живем. Все-таки будь она проклята, чтобы ей глаза повылазили. Полно тебе. Но я хорошая собака. Когда берут, лаю. Когда наускивают, кусаю за пятки поберушек. Мои сыновья работают на ее земле, и двое уже женаты. Но когда-нибудь у меня лопнет терпение. И тогда я запрусь с ней в комнате и буду целый год плевать ей в лицо да приговаривать. Вот тебе за одно, вот тебе за другое, вот тебе за третье. Не успокоюсь, пока она мне не станет вроде змеи, которую дети поймали и измочалили. Да, она и есть змея. Вся ее родня такая же. Конечно, ей не позавидуешь. У нее на руках 5 дочерей, 5 дурнушек. И только у старшей Ангусия съесть деньги, она от первого мужа. Остальных только кружево на тонкие рубашки. В наследство им досталось всего ничего, только с хлеба на воду перебиваться. Хотела бы я иметь то, что они. У нас есть руки. Да 3 аршина земли. На погосте. Последнее поминание. Пойду послушаю. Уж больно мне нравится, как поет наш священник. На медне, когда тянул отче наш, он забирал все выше и выше. Не дай мне взять. Вода в кувшин льется тоненькой струйкой. Под конец, правда, пустил петуха, но слушать его одно удовольствие. Конечно. Теперь уж никто так не поет, как бывало дело. Подавать прянчатый. Помню, как он отпевал мою мать. Царство небесное. Стены дрожали. А когда он возглашал аминь, можно было подумать, что в церкви Бог забыл. А горло побереги. А чего его беречь? Я его что-то другое не берегла. Хоть бы когда-нибудь такие, как мы, перевелись, чтобы рассказывать про это было некому. Ну-ну. Звонят. Пусть глядят на гроб с золотыми кистями, пока его не опустили на полотенцах в могилу. Все там будем. Так-то Антонио Мария Бонавидас. Ни дна тебе, ни покрышки. Лежишь вот опеченелый, в своем суконном костюме, опойковых сапогах. Пожалуй, хватит так-то. Уж больше не будешь задирать мне юбки в хлеву. Ох, Антонио Мария Бонавидас. Уж больше не увидишь ты этих стен. Не поешь хлеба в этом доме. Ни одна служанка тебя не любила так, как я. Как же мне жить-то без тебя? Как же мне жить? Тихо! Гернадо, меньше крика, больше дела.
Бедняки, что скотина, точно из другого теста сделаны. Бедняки тоже чувствуют горе, только забывают его перед тарелкой с фасолью. Без еды нельзя жить. Молодая, чтоб встревать, когда старшие разговаривают. Я никому не позволю себя учить. Садитесь. Магдалена, не плачь. Если хочешь плакать, залезай под кровать. Слышишь? Что сидит, как солнце падает? Много лет такой жары не было. Лимонад приготовили? Да, верно. Отнеси мужчину. Они уже пьют во дворе. Уходят, пусть как вошли. Я не хочу, чтобы они приходили в дом. Появление тоже было на понятии. Да, я знаю. Не он, а мать его была. Ее она видела, только никто не видел ни она, ни я. Мне показалось. Женщины в церкви не должны смотреть ни на кого из мужчин, кроме как на священника. Он в сутане, это все равно, что в юбке. Головой вертят те, кого тянет нас скоромные, штаны выискивают. Небось, самому не втерпешь после чати. Докончилось все времечко, того и сохло, как... Хвала Господу! Да светится имя Его во веки веков. Покойному Царствие Небесное со святыми силами. Царствие Небесное с праведным воинством Архангела Михаила. Царствие Небесное нашими молитвами Божьей милостью. Царствие Небесное. Покой Господи, раба Твоего Антония, Мария, Бенавидеса, из подобия Его Твоей святой благости. Аминь. Велика радость! Весь дом провоняли своими потными исподними и опоганили ядовитыми языками. Мама, не говорите вы так! А как же еще говорить, когда живешь в этом проклятом селении, где реки-то нет, одни колодцы, из которых страшно напиться? Того и гляди, воду отрать. Наследили-то как? Как будто садокос прошло. Так водится у людей, да.
моего деда пошла. Во время поминок мне то и дело приходилось ей тряпкой рот затыкать. Все просила, чтобы ты дала тут помойку, где псине поесть, да вред ее псиной кормишь. Выпустил во двор, пусть продышится. Достала из отца свои кольца и чистого серьги. Надела их, говорит, что собирается замуж. Поди с ней смотри, чтобы не подходила близко к колодцу. Да не бойся, не утопится. Да не в этом дело. На этом месте могут увидеть из окна соседки. Мы пойдем переодеться. Поговорить с тобой. Мы свои люди или нет? Нет! Ты мне служишь, и я тебе плачу.
Я чувствую себя все так же. А ты заметила, что Аделаида не была на похоронах? А я так и знала, что она не придет. Ее жених не позволяет ей выйти за порог. Раньше она была веселая, а теперь совсем сникла. Даже не попудрится. А вот и не знаешь, что лучше, иметь жениха или нет. Все одно. А все из-за этих пересудов житья от них нет. Аделаиде должно быть туго пришлось. Она боится нашу мать. Только мать и знает, что за плечами у ее отца и откуда у него земли. Всякий раз, как они встретятся, она этим колет глаза. Отец Аделаиды убил на Кубе одного человека, чтобы жениться на его вдове. А потом уже здесь он ее бросил и сошелся с другой, у которой была дочка. Ну а потом и спутался с этой девушкой, матерью Аделаиды. А когда вторая жена сошла с ума и умерла, женился на ней. Почему же они не засадили этого подлеца в тюрьму? А потому что мужчины в таких делах покрывают друг друга. Да никто не хочет донести на него. Но ведь и Аделаида ни в чем не виновата. Не виновата. Но такие истории повторяются. И вообще, вижу, все на свете повторяется, то-то и ужасно. И ей на роду написано то же самое, что ее матери и бабке, которые обе были женами того, кто ее породил. Боже ты мой! Лучше уж никогда не видеть мужчин. Я их с детства боялась. Когда я была маленькая, я видела, как они запрягают быков и взваливают на плечи мешки с зерном. Слышала, как они кричат и топают ножищами. И всегда мне было страшно подумать, что я вырасту. И вдруг кто-нибудь из них будет меня обнимать. Но Бог меня создал хилой и некрасивой, и они даже не смотрят в мою сторону. Не скажи! Ведь Уманус поглядывал на тебя! Ты ему нравилась! Выдумки! Как-то раз я до самого утра простояла в одной сорочке окна, потому что он через дверь своего батрака передал, что придет, а сам не пришел. Все это была одна болтовня. Потом он женился на другой, она была побогаче меня. А страшно, как черт! Да ну и что, что страшно? Им на это наплевать. Им бы только, чтобы была земля и скотина, и чтобы ты ползала перед ними, обхаживала, как собак. Что вы делаете? Ничего. А ты? Да так. Прошлась по комнатам, ноги размять. Посмотрела на бабушкины вышивки по конве, на пуделька и на негр, который борется с альбомом. Помните, как они нам нравились, когда мы были маленькими? Тогда было веселее. Свадьбу справляли 10 дней, и пересудов не было. А теперь все на тонкую ногу. Невесты одевают, а то как городские виновники получают. Но у нас одни дочери, что же люди скажут? Кто знает, что тогда было? У тебя шнурки развязались! Ну и пусть! Наступишь, упадешь, убьешься! Одной меч.
знаю больше, что ты говоришь. Обе знаете лучше меня. Вы вечно между собой шушукаетесь, а другими не бу. Пропаю по линии, не на вот прошло. Вот тебе я. Об этом уже судачит Селенин. Пеппа Вимлин женится на Ангусе. Вчера он трудился возле нашего дома и, должно быть, скоро пришлет сватов. Я очень рада, он хороший парень. Я тоже! Ангусец хорошая девушка. Жоти! Ни капельки вы не рады. Магдалена, что ты такое говоришь? Если бы мы были без Ангусец. Ангусец как женщина, я была рада. Но он зависит на ее деньги. Хотя Ангусец наша сестра, что греха таить, она старая, хворая, всегда была положена нас всех. Она и 20 лет была похожа на пугала. А теперь, как ей 40, ничего и говорит. Мало ли, счастье приваливает тому, кто меньше всего ждет. Не скажи! Если уж на то пошло, она права. Ангустия самая богатая в нашей семье. Ей достались все деньги ее отца. Но теперь, когда дело дошло до наследства, он сватается к ней. Пеппе 25 лет. Он самый юный парень в округе. Хорошо бы он задумал жениться на тебе, Амелия. Или на нашей Адели, которой всего 20. Он почему-то выбрал самый невзрачный в нашем доме. Да еще гнусавый, как ее отец. Может, она ему нравится? Терпеть не могу, когда это перегоряет. Боже, избави. Thank you.
давно, неужели вы не помните? Этот человек сделал для тебя больше, чем родной отец. Благодаря ему ты теперь станешь совсем богачкой. Мы еще посмотрим. Для приличия была бы тебе как положено. Учусь уважения к покойному. Мама, позвольте мне выйти. Выйди! Сперва пудру сотри. И стихон! Так, тёп, Бернарда, не будь такой ветливый. Я еще не выжила из ума, как моя мать. И прекрасно знаю, что делаю. Что случилось? Ничего не случилось. Если разговор идет о разделе, то деньги и деньги. Ты у нас самый богатый, можешь все взять. И не хрисуй! Не воображайте, что выйдете из моей горы. Пока меня не вынесут из этого дома ногами вперед, я буду распоряжаться своим и вашим добром. Бернарда! Я моя мать, тихо! Я не хочу вам оставлять ничего из своих вещей, ни пистолет, ни марового черного платья. Потому что ни одна из вас не выйдет замуж. Ни одна! Бернарда! А и мне моё жемчужное ожерелье. Зачем ты её выпустила? Она убежала от меня. Я убежала, потому что я хочу выйти. За красивого мужчину, со взморья. А здесь мужчины бегают от женщин. Замолчите, мама. Нет, я замолчу. Я не могу видеть, как эти незамужние женщины расправляют тебя тесто, господи, освободи. Я хочу убегать в Бразилии. Ирина, я хочу выйти замуж и радоваться жизни. Забудьте ее! Отпусти меня, Ирина! Помогите ей! Я хочу замуж! Ах, кому это не по нутру, пускай его. Нет отца. Что и говорить?
этого ада. Как знать, может, и не вырвешься, перестаньте. А еще скажу, не родись красивой, а родись счастливой. Мили, мили, мне в одну хвосту, во второй вышло. Открой дверь, может, попрохладнее будет. Этой ночью я не могла уснуть из-за жары. И я встала, и вышла на воздух. Я тоже встала. Было же час ночи. А Дуся сидела у окна, разговаривала с Пеппой. Так поздно, когда он уехал? Что ты спрашиваешь, Магдалена, раз сама не пила? Он уехал в половине второго. Да, я тут-то знаешь. А я слышала, как он закашлял, и как застучали копыта его лошадки. Должно быть, это будет. А я уверена, что он. А мне тоже так показалось. Что за странность? Послушай, Ангустя, а что он тебе сказал, когда в первый раз подошел к окну? Так, ничего особенного. Поболтали о том о сём. А странно в самом деле, что два человека, которые знают, не знают друг друга, не успеют поговорить, они уже жених и невеста. А я не знаю, что бы со мной было. Да ничего особенного. Ведь когда мужчина подходит к окну, он уже знает, что ты согласишься. Ну хорошо, но ведь он должен тебе сказать, чего он хочет. Конечно. Как же он сказал? Очень просто. Ты уже знаешь, что я закинула глаза на тебя. Мне нужна хорошая, скромная жена. И если ты согласна, я на тебе и женюсь. Меня стыдно, когда про такое говорят. Надо через это пройти. А еще что-нибудь он сказал? Да, только он и говорил. А ты? И слова вымолвить не могла. Я первый раз была ночью с глаз на глаз с мужчиной. Да еще и с таким красивым. Да, он не был. Это бывает и с людьми, которые уже пообтерлись. И за словом в карман не лезут. А то и руки пускают в ход. Когда мой муж, Эвариста Кургузев, в первый раз пришел ко мне под окно. И что у вас вышло? Было очень темно. Вижу, он подходит, а когда подошел, говорит, добрый вечер, говорил я, и оба мы больше не губ. Так и стояли добрые полчаса, точно в рот воды набрали. Я вся потом покрылась, потом Мариса ближе придвинулся, навалился на решетку и говорит, дай я тебя пощупаю. Потом он присмирел. Вместо чего другого пристрастился разводить щеглов. Этим и тешился до самой смерти. Вам не замужем никуда знать, через две недели после свадьбы муж на уме уже не с женой поспать, а брюхо набить. А потом не брюхо набить, а деньги пробить. И та, которая не обтерпится, та только изводит себя да плачет в уголке. Как-то раз он мне что-то поперек сказал, так я ему пестиком всех щеглов перебила. Аделла, деточка, примет себе это! А где же Аделла? Я посмотрю, что ты этой девочке не спит. Еще бы, она почти не спит. А что же она делает? А чем я знаю? Кому ждать, если тебе ты не спишь через стенку? Ее может зарезать. Полно тебе! Я это вижу по ее глазам. Она смотрит на меня, как сумасшедшая. Не поминайте про сумасшедшего. Где-где, в нашем доме это слово и так у всех на уме. Значит, ты не спала? Мне не здоровится. А может, ты плохо спала ночью? Нет. А в чем же дело? Отстань от меня. Спала я или не спала, тебя не касается. Я делаю с собой что хочу. Да я только беспокоюсь за тебя. Да не беспокоишься, а в душу лезешь. Ну ты ведь шил, мишень. Да я хотела бы стать невидимкой, чтобы ходить по дому без ваших приставаний. Куда да зачем? Барбара Бернарда. Продавец кружев пришел. Не смотри на меня, ну, я готова отдать тебе свои ясные глаза и взять твой горб, только бы ты отворачивалась, когда я прохожу. Зачем ты так? Ведь она твоя сестра, да еще самая любящая. А что она следит за мной?
Куда я, туда и она. Иной раз и в комнату мою заглядывать, сплю я или нет. Дохнуть не дает. И всегда у нее одна песня. Да чего же ты хорошенькая, да ладная. Как жаль, что такая девушка никому не достанется. Ну уж нет! Я достанусь тому, кому хочу. Папа Римлян, ты что? То, что случилось. Молчи! Молчи! Думаешь, я ничего не замечаю? Тише, тише, тише. Выкинь эти мысли из головы. А что ты знаешь? Мы старались сквозь стены. Куда ты ходишь ночью? Должно быть, тебе это что-то померещилось. Не волнуйся, у меня глаз намет. Сколько не думаю, понять не могу, что ты затеваешь. Зачем, когда папа во второй раз приехал, ты зашла в свете чуть не голая, стала открытого окна? Неправда! Будь ребенком, Аделла! Оставь в покое свою сестру. А если тебе полюбился Пеппа, терпи. И потом, кто сказал, что ты не сможешь выйти замуж за меня? Ангустия с хворью. Она не выдержит первых родов. У нее узкие бедра. Да и года уже не те. Попомни мое слово, она умрет. Уж я кое-что смыслю в этих вещах. Тогда Пеппа поступит, как все вдовцы в наших краях. Женится на самой молодой, самой красивой, значит, на тебе. Надейся на это или забудь его как хочешь, но не нарушай Божьей заповеди. Замолчи. Не замолчи. Ты змея. Не лезь в чужие дела. Я должна ходить за тобой, как тень. Да ты должна убирать в доме и ложиться спать, помолясь за своих покойников. А ты, старая корга, как свинья, во все суешь свое рыло. День и ночь шашни вынюхиваешь. Слежу, чтобы срама не было, чтобы люди не плевали, проходя мимо наших ворот. А что это ты так полюбила мою сестру? Да я вся одинаковая. Но я хочу жить прилично в доме, не хочу позориться на старости. Зря меня уговариваешь. Теперь уже поздно. Да я вся внуками, и на все пойду. Но только на тебя, на служанку, не посмотрю. Да не посмотри на мать! А что ты можешь сказать про меня? Что я не сплю? Что я запираюсь в своей комнате, никому не открываю? Что я танцую голая у открытого окна? Да я попроворнее тебя. Голыми руками зайца не возьмешь. Не хорохорься, Аделла, не хорохорься. Ведь я могу такой сполох поднять, что в колокола ударят. Да хоть тысячу огней запали, чтоб все зрение сбежалось, как на пожар. Почему будь ты не виноват? Так тебе полюбился этот человек? Да. Когда я смотрю в его глаза, мне кажется, будто я пью хмельное вино. Не могу тебя слушать. Ничего послушаешь. Раньше я тебя боялась. Но теперь я уже сильнее тебя. Все спорить? Ты как же с ним не спорить? Представь, что в такую жару я пошла в лавку, чего так уйти. А духи ты мне купила? Самые дорогие. И пудру. Поставила на стол у тебя в комнате. И молчу. Там видно будет. Ты видела кружева? Те, что пойдут на простник свадьбе, Ангустия, прелесть, как хороши. А эти кому? Мне на сорочку. Будет любо-дорого посмотреть. Лишь бы мне самой нравилось. Мне не надо ни перед кем красоваться. А девушку в сорочке никто и не видит. Да всякое бывает. Такие кружева очень хороши для детских чепчиков и крестильных покрывалец. Нет, они были не по карману, а вот Ангустия, наверное, теперь их накупит. Наряжать своих маленьких. Как пойдут у нее дети, с утра до вечера будете шить. Я не подумаю взять руки и голову. И тем более нянчить чужих детей. Была охота, как наши соседки тратят свое время на сопливую мелюзгу. Этим женщинам лучше, чем вам. У них и смеются, и плачут. Ну и нанялась бы к ним. Нет. Уж видно, такая моя судьба.
жить в этом монастыре. Вас.
отвечайте. Обыщи комнату. Посмотри в постелях. Ты уверена? Да. Ты хорошо и да, мама. Какой чашу ты у нас на разделе. Какая мать, это вынесет. И нашла? Вот она. Где ты ее нашла? Она была... Не бойся, говори. В постели мартирю. Это правда? Правда! Что ты сможешь послушать, мне сопят? Это не бей меня, мама! Что в браке за мной? Мама, слушай меня, дайте лучше! Ты что говоришь с матерью? Стыжая. Даже слезинки не выдаёт. Сам я плачу за ваше удовольствие. Зачем ты взяла эту карту? Я только хотела починить на сестру. Зачем ты что-то мне подарила? Уж нет! Ты никогда не была хуже на шуток. Либо у тебя накипел на сердце, будто и сорвала тебя прямо в сердце. Я замолчи! Что ты я тебя не будешь виновна? Я тебе с ним от стыда! Свой язык никаким пройдем не мог есть! Андрея, мама! Хватит нам грешить друг на друга! Ой, я хотела такой, что папу на речку собирает, а сам меня подул ты чудо! Вот же на этих черных! Я не виновата, что папа выбрал меня! Это ты все! Это твои слова, король! Замолчите! Замолчите, говорю! Ох, сколько вас злости! Сердце кровью обливается. Но я еще не древняя старуха и сумею вас всех обуздать. В этом доме, построенном моим отцом, пока что я хозяйка. И вы будете у меня тише воды и ниже травы. И чтоб ни одна живая душа не знала о моем несчастье. Вон отсюда все! Вон! Видят. Как бы ты хотела, чтобы я и мои дочери
а шли по той дорожке, что ведет в непотребный дом. Никто не знает, чем кончить. Во всяком случае, непотребный дом не для них, а для таких, как одна женщина, которой уже нет в живых. Бернардо, уважай память моей матери! А ты не донимай меня своим карканьем! Видно, мне лучше ни во что не вмешиваться. Делай свое дело, да помалкивай. Так и принято жить, когда живешь на жаловании. Тебе не кажется, что Пеппе было бы лучше жениться на Мартирии? Да, на Аделе. Нет, не кажется. Аделла, вот настоящая невеста для Пеппе. Не все так складывается, как нам бы хотелось. А все-таки трудно виноград в маслине привить. По-моему, Августе снимали Пеппе, да и люди так... Ты опять за свое! Хватит мне голову морочить! Если я вникну во все, что ты мелешь, тебе не поздоровится! А вось сосвета не живешь! Слава Богу! Дочери меня почитают и никогда не пойдут против моей воли. Но как только отпустишь поводья, они у тебя отобьются от рук! А я им отобью охоту своего лечить! Уж больно ты храбрая! Да уж! Сумею, кому надо перцу задать! Ты меня знаешь! Но какова Августе? В ее-то возрасте она просто без ума от своего жениха. Да и его, видать, забрало. Вчера мне рассказывал мой старший сын, что в половине пятого утра, когда он проходил с упряжкой по улице, они все еще разговаривали. В половине пятого? Вранье! Так мне рассказали. Ты что скажешь? Пеппа уже больше недели уезжает в час. Бей меня Бог, если я буду. Я тоже слышала, как он уехал в пятом часу. Ты его видела с Эми, а я не хотела выглядывать. Ведь вы разговариваете через окно, которое выходит в проулок. Я разговариваю через окно своей спальни. Значит? Что здесь происходит? Лучше не напыкивайся. Ну да, папа был 5 часов утра под одним из окон твоего дома. Ты это знаешь наверняка? Наверняка ничего нельзя знать в этой жизни. Мама, не слушайте злых людей. Они хотят нас всех погубить. Иногда нарочно подумают, чтобы других хватать. Я не люблю врать. И что тут кроется? Ничего тут не кроется. Мне на роду написано глаз не смыкать. А уж теперь я буду смотреть в оба до самой смерти. Я имею право знать, в чем дело. Ты имеешь право слушаться. Никто мне не указ. А ты занимайся своими делами. Кто-то шум на улице, соседи сполошились. Бегай, посмотри. А вы куда? Даром, что в доме траур. Вступайте во двор. Скажи спасибо, что я не развязала язык. Если бы ты заговорила, я бы тоже не стала молчать. А что ты могла сказать? Хотеть еще не значит делать. Делает тот, кто может и решается. Ты хотела, но не смогла. Это долго не протянется. Он будет мой. И только он. Я вырву его из твоих объятий. Мартирио, оставь меня. Айда, ни за что. Он хочет вести меня в свой дом. Я видела, как он тебя... Он выходит во двор, подставляет лестницу, перелазит через стену.
Вот это настоящий мужчина! А как он с дочерью? Так и не простил. Правильно делает. У меня-то ведь сердце болит. Непослушная дочь уже не дочь, а ворон. Я уж на все рукой махнула. Но только утешение у меня не осталось в церковь сходить. Да вот слепну. Скоро придется дома сидеть. А то как бы ребятишки не сыграли со мной какой-нибудь злой шутки. Что это? Племенной жеребец брыкает в стену. Стреножьте его и выпустите. Должно от жары беситься. Выпустите к нему новых кобыл? Завтра на рассвете. Умелая ты хозяйка, как у тебя выросло стадо. Немало ушло денег и сил, зато нет лучше стада во все округе. Не хочешь ли сыру с медом? Спасибо, не хочется. Господи Боже, даже в груди отдалось. Сколько раз говорить одно и то же? Выпустите его, пусть на мед и кидается. Кобыл в конюшне закрытие его выпустить. Не то нам все стены разнесет. Ну и жизнь. Все на тебе, как мужчина ворочаешь. Да уж. Ты куда? Воды напиться. Принеси кувшин воды. Можешь сесть. А когда отпустец выходит замуж? Через 3 дня придут ее сватать. Ты верно, Радешенька? Конечно. Ты соль рассыпала! Нам и так солоно приходится. Хуже не будет. А все-таки ты не к добру! Полно вам! Он уж подарил тебе кольцо. Вот, посмотри. Прелесть с 3 жемчужинами. А в наше время примета была жемчуг к слезам. Ну, не веришь в это, не веришь. А я вот верю. Приметы не меняются. Обручальные кольца должны быть бриллиантом. Но бриллиантовая, конечно, больше подходит. Жемчужинами или без жемчужина все от человека зависит. Человек полагает, а Бог располагает. Говорят, мебель мы купили на загляденье. 16 000 реалов отдала. Лучше всего зеркальный шкаф. Я таких вещей не видела. У нас сундуки были. Только бы все было хорошо. Никогда нельзя знать, как будет. Плохого ждать нечего. Последний звон. Зайду в другой раз. Подаришь мне приданное? Пожалуйста, когда угодно. До свидания, Пруденция. Спокойной ночи. До свидания. Храни вас Бог. Вот и поужинаем. Пройдусь до калитки, ноги размять и подышать воздухом. Я с тобой. И я. Я и без маски загружусь. А ты, я вижу, все не разговариваешь с Мартиной. Я же тебе сказала, чтобы ты не дулась на сестру. Она спрятала карточку просто так, шутки ради. И забудь ты про эту историю. Вы же знаете, что она не любит меня. Чужая душа потемки. Я и не допытываюсь, что у кого на уме. Но хочу, чтобы соблюдались приличия. И чтобы в семье был мир и дела. Понимаешь? Да. Вот и хорошо. И потом, тебе-то что? Ты ведь вот-вот уйдешь из дома. Кажется, уже поздно. В котором часу вы вчера кончили разговаривать? 1:30. Что рассказывает Пеппа? Он какой-то на расследовании. Говорит об одном, а сам говорит о другом. Когда я спрашиваю, что с ним, отвечает: у нас мужчин свои заботы.
А ты не спрашивай. А выйдешь замуж и подавно. Говори, когда он с тобой говорит, и смотри на него, когда он на тебя смотрит. Тогда и не будет ни ладов. Остается ли, мама, он многое скрывает от меня. Не старайся вызнать, что да почему. Ни о чем не расспрашивай его. И уж, конечно, никогда при нем не плачь. Я должна, мне кажется, радоваться. А у меня что-то не весело на душе. Пустое. Часто я гляжу на Петра, смотрю с него, а он расплывается у меня перед глазами, отбывается, как пройдет стадо. Это от слабости. Дай это Бог. Он придет нынче? Нет, поехал смотреть в город. Тогда ляжу спать пораньше. Магдалена! Она заснула. В постель! Ты чего темной ночи? Хоть глаз прикрыл! Хорошая ночь для воров. И вообще, для тех, кому нужно прятаться от людей. Посреди двора стоял жеребец. Весь белый, словно бы вдвое больше, чем в нем. Все день заполнял. Правда, правда. Точно, привидение. Даже страх. Правда. Не без звезды и скула. Она принялась так разглядывать их, что чуть было шею себе не свернула. А что же, тебе не любят их смотреть? Меня такие вещи не интересуют. Хватит с ней того, что делается у нас под носом. Да, это по твоей части. Каждому свое. Спокойной ночи. Ты уже ложишься? Да, нынче так и не придет. Мама! Мама, почему, когда падает звезда или сверкает молния, говорят, святая Варвара святой водой записана мне на бумаге святой? Старину знали много всего, что за глаза были. Мама! А я, когда падает звезда, я закрываю глаза! А я нет! Мне нравится смотреть, как такая звездочка, что тихо терпелась долгие годы, вдруг срывается и была и проносится по небу. А таких вещах лучше не думать. Какая ночь! Я бы допоздна оставалась ему. Дышала бы, не надышалась свежим воздухом. Но пора спать. Магдалена, постель. Пора спать. Спокойной ночи! Ступайте, Игорь. А что сегодня не приходит жених Ангустиас? Он уехал в город. А? До завтра. Ты еще здесь? Наслаждаюсь тишиной, что-то не замечаю, чтобы здесь творилось недоброе, как ты говоришь. Бернарда, оставим это снаружи. В этом доме все на месте. От меня ничего не укроется. Снаружи натечь догнать, это верно. Твои дочери живут как под колпаком. Но в душу не заглянешь. Моих дочерей на душе спокойно. Твоя забота. Ты их мать. Твое дело маленькое, прислуга прислуга есть. Что это ты вдруг стала такой молчальницей? Я знаю свое место. Просто тебе нечего сказать. Если бы в этом доме было чем поживить за сплетницам, уж ты бы позаботилась, чтобы все соседки перемывали нам косточки. Я скрываю эти косточки. Что же твой сын? Все еще видит Пепе в 5 часов утра? Люди все еще говорят худое об этом доме? Люди ничего не говорят. Потому что не могут. Потому что не к чему прицепиться. Недаром я глаз не смыкаю. Бернарда, я не хочу про это говорить, потому что боюсь своего мужа. Но зря ты так уверена, что все в порядке. В полнейшем порядке. Как бы вдруг не грянул гром. Как бы остались твои беды. И не пахнет здесь никакой бедой. Я уже не принимаю твои бутылки для себя сердца. Все лучше для тебя. Да уж. А что я была? Не кажу, что нет, сегодня я пойду отдыхать. Потом уже не буду. Вообще я не буду. Сегодня я отосплюсь.
можешь совладать с собой, легче всего повернуться к нему спиной. Из-за своей гордости она сама завязывает себе глаза. Ничего не могу поделать. Я хотела отвести беду. Но дело так далеко зашло, что я уже боюсь спевать. Слышишь, какая тишина? А в каждой комнате собирается гроза. И когда буря разразится, она сметет нас всех. Но я сказала все, что должна была сказать. Бернарда думает, что никто с ней не сладит, но не знает, какую силу имеет мужчина среди одиноких женщин. Тут не только покорение не дает. Правда, прошлый год он поглядывал на Адену. И она была без маленького. Но ей нужно было держать себя в руках и не разжигать его. Мужчина есть мужчина, это правда. И еще кое-что было. Уже не знаю, что из всего этого будет. Адена решилась на все. Остальные Адены вышли снаружи. И Мартирио тоже. А это хуже всех. Так и клокочет злом. Она видит, что Пэта не про нее. И в отместку утопила бы всех на свете. Ну и ведьмы! Просто женщины без мужчин. Вот и все. В таких делах про родную кровь забывают. Собаки будут. Должно быть, не прошел его в Кентке. Ты еще не дома? Пришла напиться. Я думала, ты спишь. А в горле пересохло, я и проснулась. Баюкают своих маленьких, а мужчины прохлаждаются. Вот.
Или как? Вы все его любите, но он вас всех сожрет. Потому что вы пшеничные зонта. Видите, твой дезонт, да я кошки без них скажу. Опять проведешь меня. Да, обязательно идите спать. Аделла. Аделла, встань этого человека. А кто ты такая, чтобы мне это говорить? Честная женщина так себя не ведет. Тебе не место около него. С какой охотой ты заняла в это место? Так больше не может продолжаться. У этой крыши я была заживо похоронена. И я вышла из могилы взять их жизнь свою. Взять то, что мне разрешили. Этот бессердечный человек посватался к другой. Ты заступила ей дорогу. Он посватался к ней за денег. Но полюбилась и не я. Я не дам тебе отбить его. Он женится на Кусте. Ты лучше меня знаешь, что он не любит его. Знаю. Знаешь, потому что сама видишь, что он любит меня. Он любит меня, он любит меня. Лучше зарежь, только не повторяй мне это. Потому что ты добиваешься, чтобы я не встречалась с ним. Тебе не важно, если он обнимает и любит. Мне тоже. Пусть он хоть 100 лет живет на Кусте, но чтобы он обнимал меня, это тебе нож в сердце, потому что ты тоже любишь его. Да! Скажу тебе без утайки, да!
Тихо!